Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Третий день, 25 рун забираем. Так, ну что, предыдущая серия у меня не записалась, я уже вам об этом говорил в видосиках, поэтому сегодня начнем допроходить события. Так, подожди-ка. Вот это вот я начал, а это, кстати, у нас новое, которое тоже сегодня открылось. Происшествие, увлекательные заготовки. Так, ну мы начнем, пожалуй, с парящего сюрприза. Но сначала заберем все награды, все ресурсы. Так, панцирь какой-то нам выпал здесь. Не знаю, нужен нам этот, наверное, не нужен. Так, тут нам выпадает 225 миллионов древесины. Так, это у нас ребятулечки, которые хотят, наверное, прокачаться, я так понимаю, да? Громелька прокачан по фулке. Водорез по фулке. Что у нас с тобой, парень? Тоже понятно. Ветрокрыл. Вот его надо будет, наверное, прокачать. Или же... А, давай так сделаем. Оп. А тебе сколько нужно? Блин, нифига себе, 192 миллиона рыбы ему нужно. Это чтобы один раз только щелкнуть. Дорого. Ты как-то мне обходишься, парень. Ладно, сейчас посмотрим. Если нам некуда будет тратить, соответственно, мы его будем прокачивать. Опа, железо пришло. Замечательно. Слушай, давай-ка я, наверное, его отправлю за железом. Правда, мы потратили всю древесину. Да и фиг с ним. Так, ребята, это у нас новенький дракон. Я его получил, когда сливал на сезонном абонентом. Ну, короче, здесь мне пришлось, ребята, все потратить, так как я не успевал накопить. И вот мне там вылез только один новый дракон. И больше ничего. В основном там ресурсы выпадали. Так, ветрокрыл, точнее, шторморез полетел. Этот пускай пока здесь постоит. Так, этих ребят за древесиной отправляем. Так, тебя тоже за древесиной. Боевой лорд. Мало рыбы ты принес. Так, смотрим дальше. За рыбой. А это еще до сих пор древесину мне ищет. Ладно. А тут нам достается загадочный пак. Не двигаться. Бесплатно. Не двигаться бесплатно. Ну что вы там стоите? Давайте свои награды. Опять сломанный меч. Он мне в прошлый раз дал сломанный меч и тусклый янтарь. И сейчас то же самое приносит. Так, давай тебя тоже отправляем на поиски. Так, заглянем в магазин. Что у нас тут? Вот это я, пожалуй, приобрету. Так, Барси... Ой, Барсика, ё-моё. Без зубика мы отправляем, опять же. Погоди, 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 что там у нас было? Вот это что такое? Вопль смерти. Да, в любом случае мне нужен великий смутьян. Без него, ребят, у нас не получится открытие остальных. То есть тут как бы по порядку все идет. Ну что, сарделька, что ты мне принесешь? Так, яйцо. Пускай дальше летит бесплатно. Так, Барсик. Ну тут, наверное, янтарь, конечно же. Даст он тебе статуэточку. Нет, конечно. А здесь у нас изучают яйцо бесплатно. И грамм гильда. Смотрим, что нам тут выпадет. Ну тут, скорее всего, тусклый янтарь. Или шестеренка, да? Или заколка. Куда эти заколки все, я не знаю, ребята. Их даже тратить мне некуда, на самом деле. А ты что грустишь, а, родной? Притулился. Этот тоже тут притулился. Ага, вот еще железо у нас тут. Обучить. А его обучать нельзя, у него, ребята, и так 112 уровень.
А где мои вот эти вот ребятушки? Лети, тренируйся. И, наверное, этого тоже отправим. Пускай летит. Дальше здесь посмотрим. Скороход. Ать, нужно расширять академию. Нужно расширять академию. Ну что, вроде бы здесь все. Теперь нам остается только лишь пойти и проходить события. Ну что, давай посмотрим. Загадочный пак. Костолом, кревет, громобой защитник, громоножка. Окей. Так, зачем ее размещать? Пускай в ангар идет. Здесь открываем загадочный пак. Синий редкий. Кревет, громобой. Так, водорез, кривоклык. С паками проблема, но сегодня я вряд ли буду набивать, потому что есть чем нам заняться. И давай-ка глянем, наверное, рекламный. Так, монеты забрали. Сам пак тоже открыли и забрали все, что у нас тут есть. Даже железо выпадает. 20 штук. Замечательно. Ну что, теперь точно, ребята, наверное, будем начинать проходить события. Поехали. Так, парящий сюрприз. Тут нам еще надо будет два раза проходить. Два. Потому что здесь 15 поединков нужно было сделать. 5 я уже провел, остается еще 10. Что тут у нас за красавчики стоят, а? Три волны. Ё-моё, было две, уже три. Ну что ж, ничего не поделаешь. Воевать так воевать. Получил свое. Нифига ты, кривоклык. Быстро ты с ним разобрался. Не надо пшикать здесь. Он еще усилился, прикинь. Барсик, уничтожь его. Волна номер два. Так, пожалуй, я начну с этого. Хиляемся. Так, ну что, здоровье практически у всех фулка, кроме Штормореза и, соответственно, Барсика. Смотри, что вытворяет. Хиляемся. Кусаем. А что такое слабая атака? А, у тебя понижение идет. Он тебе задебафил. Вот оно что. Он тебе задебафил. Ну, уничтожай его тогда. Да ладно, ты не смог. Блин. Ты не смог пробить. Стыд и позор тебе. Ну что, у нас последняя волна. Капкан стальной. Как же ты меня бесишь своими вот этими вот дешевыми понтами. Так, это у нас последняя волна, так что можно, ребят, сильно не кипишовать. Ну что, хиляемся. Ну, давай, давай, давай. И добиваем. Ну что, крутанем колесо и посмотрим, что нам выпадет. Выпадает нам 187 миллионов рыбы. Окей. Дальше у нас идет мини-босс. Парящий сюрприз. Да уж. Хм, три волны. Так, и встречает нас громобой. Ой, громорог. Но это страж. Соответственно, мы его будем сейчас долговато бомбить. А если задебафить, то, в принципе, нормально пойдет. Ну что, добиваем. На второй волне у нас плестиголовый и... Понятно. Лаварык. Сделаем так. Так, лаварык, ты лучше не лезь. Сиди пока там и не дергайся. Ну, как знаешь. Так, ну что, опять же дебафим.
Нам будет так проще его уничтожить с пониженной броней. Ты видишь, что он творит? Побежал сразу хиляться. Но это его не спасло. Так, и здесь у нас... А, вот они, мини-боссики-то. Давай отсюда начнем, наверное, все-таки. Хотя нам надо было, наверное, слепоту повесить. Так было бы лучше. Ну что, пробьешь? Просто укусом должен. Ну что, громобой, давай потанцуем. Раз это такой выпендрющий здесь. Ха-ха. Закатай губешки. На тебе еще дебаф и укус. Почти половину здоровья мы уже у него отняли. Еще разок. Вот и все. А в этом колесе нам выпадает опять рыба. И забираем ареновский пак. Содержит новичков. Шторморез, ловарык, древоруб и все. Так, еще три поединка. Раз, два, три. То есть это нам еще с мини-боссиком придется, да, схлестнуться. А там, кстати, дофига мини-боссик, потом еще мини-боссик. Окей. Так, ну что ты тут стоишь? Погнали. Слушай, он быстренько отдуплится. Вторая волна. Пожалуй, сюда начну атаковать. Ай-яй-яй. Не пробили. Раз, два, теперь сделаем вот так. Неужели будет хиляться, а? Слушай, не стал, а мог бы. И последняя, третья волна. Да, компания, конечно, тут не очень мне нравится. Костолом этот. Но сейчас он ничего не будет делать. Этот тоже ничего не сделает. Просто укусим. Ну что, он сейчас будет разбег, скорее всего, делать. Пси. Ну бас. Ничего он не стал делать. А сейчас? А сейчас стал делать тыч, удар хвостом. И промахнул. Промахнулся, прикинь. Не повезло ему. Так, опять рыба. Ну, у нас с рыбой, я смотрю, вообще никаких проблем нету. Сегодня мы нахапали. Будь здоров. Ну что же, у нас получается предпоследний это поединок. Потом загадочный пак и мини-боссик, про которого я тебе уже говорил. Ну что, сородич шепота, приступим. Шустряк, мы любим шустрых разносить. Ну-ка. Изи. Так, ну что, я думаю, кревета будем в первую очередь бомбашить. Так, пристегал его тут с своим фаерболом. Хиляемся, конечно. Промашечка, ты уж извини, не обессудь, браток. Последняя волна. Блин, мне не нравится вот этот вот ветрокрыл, который у нас тут находится. Ветрокрыл это бесева, он может нас заморозить. Всех. Ну. Так, здесь пробили. Нам нужно смотреть за энергией. И как только у него будет, я не знаю, там 4, надо будет сразу вешать на него слепоту, чтобы он был ослеплен.
Давай вот так вот сразу поставим на него. Теперь, я думаю, он полностью принадлежит нам. Ничего он здесь уже сделать нам не сможет. Смотри, а он не стал тратить энергию на суперудар. Он, видимо, на что-то рассчитывал, но зря. Очередное колесо, которое нам дает опять рыбу. Сегодня что-то клинануло игру на рыбу. Только ее и получаем. Ну что же, а вот и загадочный пак. Полетел в копилочку. И последний у нас поединок на этом событии. Это опять мини-босс. Сколько там у нас? Ну, опять же, три волны. Начнем с Хоферсона. Погоди-ка, дебаф. Ну, а что ты сделаешь-то? У тебя энергии мало, ты ничего не сможешь сделать. Так, укус. Понижаем атаку. Вот сейчас будет разбег. В кого он прилетит? Угу. Решил кривоклыка мне, да? Оглушить. Ну, это хорошо. На второй волне, ребята, в принципе, у нас будет довольно победная ситуация. Так, тихо. Срочно лечимся. Потому что кривоклык в опасности. Блин, я не успеваю, да, получается? Не успеваю их завалить. Это беда. Вот это, друзья, настоящая беда, что сейчас тут... Может быть, все-таки разрулим? Успел. Видишь, что делает? Там у нас пониженная атака, здесь пониженная защита. В общем, задебафили нас. И последняя волна — это у нас мини-босс. Мини-босс — это костолом. Сейчас хильнемся. Минус один. Минус один дракон. Еще раз хиляемся. Обалденно, вот это ты молодец. Вот это я понимаю, шваркнул. А этот у нас оказывается с усиленной атакой. Ах ты, капельку не добили. Чуть-чуть буквально, ну ничего страшного. Победа все равно за нами. Поехали крутить. Древесина выпала на этот раз. Окей. Ну что, завтра, я так понимаю, мы допройдем, да, это событие? Раз... 2, 3, 4, 5. 250 рун плюс пак плеваки, в котором тоже может выпасть довольно неплохая награда. Ну-ка, открываем. Шипорез, громель, шепот смерти. Немножечко ресурсов. Так, и все, что ли? У меня много рыбы, поэтому я сейчас, наверное, отправлю за... Так, подожди-ка, ты у нас... О, за соточкой. Лети, братишка. Все равно нам нужно очень много железа, как ни крути. Так, и переходим на... Вот это вот происшествие, увлекательные заготовки. Что у нас тут? Опять же пак плеваки, смотрю, будет. Так, и события у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, здесь тоже, ребята, сегодня поиграем. Завтра, короче, мы допроходим оба эти события. То есть фул награда. Все отлично. Две волны. Что там за... я вспомнил. Где у них... Ну, почему две волны? Обычно одна волна вроде бы была. Видишь, у них тут очень, ребята, много здоровья.
Но это у первых противников. Во-вторых, по-моему, будет все намного проще. Слушай, может быть, задебафить тебя, а? Чтобы быстренько разобрать нам. Вот докопался-то, а? Слушай, нет, на второй волне тоже довольно сильно. Это, блин, водорез еще к тому же. Давай дебаф. Он сейчас будет отхиливаться, правда. Делаем укус. Че, звуки ударов пропали, все, да? Еще дебаф. В принципе, ему кранты. Опять крутим колесо. Выпадает нам рыба. Опять 750. Перебор. Забираем загадочный пак. И два поединка у нас будут обычными, простыми. Хотелось бы, конечно, получить 50 урон, но мы, по-моему, как раз и заберем их сегодня. Так, здоровски. И музыка пропала. Блин, друзья мои, такая духотища в квартире. Я не могу, просто не могу. Сидишь, тебя просто ручьями все течет. Причем открыто форточку, точнее, не могу открыть, потому что, ребят, там люди бубнят, и все это будет слышно. При закрытой форточке надо этот купить. Кондишн или пропеллер. Знаешь, который это? Вентилятор, не пропеллер. Такс, и добивка, да, скорее всего. Нормально. Так, последняя волна. Это у нас злобный змеевик. Но опять же, ребята, они хоть и... Дай-ка я нахинусь. Они хоть и разных классов, но все равно у них очень много здоровья. Посмотри. Теперь уже... Теперь пропали вообще все звуки. Все до единого. То есть даже звуки ударов. Как будто сам с собой сидишь тут, бормочешь. Ладно, победа. Давай смотреть. Плод мудрости, да? Отлично. Вот это я понимаю. Так, дай-ка я выйду туда, на этот. Чтоб музыка тут появилась. Заодно откроем пока загадочный пак. Громель, древоруб, шторморез. Так, а я не смогу забрать. Давай тогда этого прокачивать. Угу. Какой же ты дорогущий, парнишка. Какой же ты дорогущий, а. Сколько он требует? 286 древесины. Это будет 105 уровень, да, получается? Окей. Ну что, мы продолжаем. После этого поединка заберем 1000 тусклого янтаря. И, кстати, надо будет это все поставить в переработку. А это у нас шепот. Истинный шепот смерти. На тебе. Добиваем. Так, последняя волна. Кто у нас? Ага, вдвоем уже здесь. Тут у нас и душитель, и дымодышащий. Они вдвоем стоят. Да твою ж дивизию, я думал, пробьем. Но нет. Добить? Давай добьем, фиг с ним. Кривоклык, ты сейчас что будешь делать? Кусать, правильно. Так надо. И добиваем. Крутанули и забрали древесину. Так, у нас опять звук пропал. Опять надо, наверное... А, 1000 янтаря. Получается, раз, два. Два поединка. У нас как раз две энергии, друзья.
То есть получается мы 50 рун заберем. И будет у нас 260... 2169 рун. Так, три волны здесь. Первый нас отвечает это Хоферсон. Зря, конечно, он начинает это делать, выпендриваться здесь. Ему это не к лицу. Пшел вон. Начну с пристиголового тогда уж. Опять звуки пропали. Ну что ты, ну... Давай добьем. Ну а теперь, само собой, Лаврык. Защиту, защиту влепил. Он думает, что это ему поможет. Нет, конечно. Все, минус броня, полностью слил. Так, и посмотрим, кто у нас там будет на третьей волне. Такой стоит мелкий, машет. Так, ну, блин. Погнали. Давай разберем, наверное, креветок в первую очередь. Отхил, кстати, зря я здесь истратил. Особо тут не было ничего критичного. Можно было бы и подождать. Раз, два. Так, хиляемся. Заодно уничтожаем кревета. И у нас остается шторморез. Промахивается. Он промахивается. Раз, два. И добивка. Все. Ну что, очередное колесо, которое мы крутим. Забираем опять древесину. То рыба, то древесина у нас. И вот он, мини-босс. Давай хоть глянем, что там у нас за мини-боссик такой будет. Так, три волны, я понял. Злобные змеевики нас встречают. Это для начала. Раз, два. Я думаю, с двух плюшек мы должны его загасить. Ага, нет, не получается. Е-е-е, вышло все-таки. Так, а этот успел себе усиление атаки сделать. Так, ты мне, блин, Барсика не трогай, пожалуйста, парень. Блин, горелый. Тут у нас скалотряс и водорез. Сейчас как прилетит нам. Кого будешь кусать? М? Вот так вот, значит. Ладно, добиваем его. Мы вот так лучше сделаем. Окей. Тиш, полетел. Пузырь. Ну что, уничтожаем. Третья волна. Ага. Блин, мне это не нравится, парнишка. Мне этот парнишка не нравится. Нам надо будет его тогда держать, получается, в слепоте. Причем на постоянку. До тех пор, пока мы его не разберем, иначе будут огромные беды. Так, просто кусаем здесь. Блин, а стоит ли? Так, ну ведь ему же не хватит энергии, так ведь? А что это у меня этот-то завис там? Чё-то я не понял. Чё-то кривоклык застрял. Давай, уничтожай своего кореша. Молодец, красавчик. А так бы это нам предназначалось. Хорошо, что слепота была на нем. Только кривоклык. Ну, потому что у него классовое преимущество. Он, ребята, против стражей идеально подходит. А мы опять вешаем слепоту. Все, он как слепой крот. Ничего нам не сделает. Ишь. Пыхтит, барахтается, а толку-то ноль. На тебе. Так, и сейчас мы его пробьем, потому что у него, во-первых, пониженная броня, но, во-вторых, у него очень мало здоровья. Все. Так, 75 миллионов рыбы забираем. Ну и наши честно заслуженные 50 рун.
Не весь как много, но все-таки, ребят. Вот завтра, когда мы будем допроходить, тут загадочный пак, ареновский пак, содержит элитных. Опять же, два пака плеваки завтра мы получим. Вот что я хочу сказать. Это будет круто. Так, у меня древесины есть много. Что мы можем сделать? Либо кого-то отправить на поиски, как вариант. Либо мы можем кого-то отправить за железом. Либо просто оставить это все. 378, прикинь. Это чтобы... Нам надо будет этого громобоя, ребят, прокачивать. Просто надо будет его прокачивать. Так, ну что ты, малыш? Лоба. Лоба, лоба, лоба. Все, по-моему. Больше ничего нам здесь не светит. Паки я сегодня набивать не буду. Единственное, что надо будет янтарь переделать. Ух ты, аж 4 штуки. Замечательно. Ну что, друзья мои, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!